Я ватник со стажем, то есть я был за Крым наш не шмяш, то есть и все это. Ну, наша власть показала, что стоять за нее абсурд. У меня были хорошие друзья в Днепропетровске, которыми я еще давно познакомился, еще до Майдана. Они даже после этих всех событий хорошо относились к России. Сейчас они в аду. Никто? 5 градусов. Хер знает что. Что явно не соответствует вот нашему освещению, лживому, фашистскому. У меня позиция такая. Я против войны только по той простой причине, что мы, люди, мы должны решать вопросы нормальным, человеческим способом. Украинцы, почему Майдан? Они устали. Они устали от этой власти. Потому что они подконтрольны Путину. Ну, люди просто захотели свободы. Нельзя за этих называть фашистами, да. И меня просто вот умораживает это, когда Путин называет их нациками, фашистами. Они просто хотели быть свободными людьми. Извините меня. Много друзей просто живет в Украине. В Львове, в Харькове, друг. Принимать участие в каких-либо акциях, но я понял, что если бояться сегодня высказывать не...